Куда ездил? Мародерить ездил. Я вчера магазин воровал. Ходили маленько помародерничали, блядь. Нихуя надо, не маленько, а по полной, блядь. Вчера машину расстрелял. Ты? Да. Вроде а хули дело, стреляй, насрать, блядь, чтобы не в тебя, ебать их урод, блядь, теперь. Считай, что наркоманы и нацисты, ебаные. Куда? Мародерить. Коттеджный поселок Верховной Рады. Так. А теперь у тебя есть два норковых манто. Ёпта. У Даши есть этот самый мутоновый полушубок с песком. То, что дом один взяли, под свой контроль. У нас, блядь, 20 человек в одном доме живет. А я, блядь, пил за 7 тысяч, нахуй. Покола не будет? Не будет. Охуеть, ебать. Ну ладно, привезу хотя бы телек за 70 тысяч. Он большой? Да. А вам разрешат его вообще везти? Да. Почему вам это разрешают? Потому что они сами это набрали. А еще у меня есть нетабовский станок, о котором я мечтал давно, пильный. Сварочный. Родной мой. И две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая, которая по 100 тысяч стоит. Сварочник новый, в ящике там, мясорубка на дачу новая, блядь. Это только ты собрал все это? Ну, мы с князем ездили вчера вдвоем. Вчера у нас вот тоже, короче, просто какие-то три типа вышли прям на нас. Мы их задержали, раздели догола, осмотрели всю одежду. Ну и потом принимаете решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. И тогда нас тех тут порешает артиллерия, всех. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить. Серёж, чтоб потом не говорили, что ты там это... Мародёр. Ну, это еще я блендер взял на 500 ватт. Ого, это мне надо. Я говорю, то, что я живу, это я не знаю. Мы выиграли билет один из 100 тысяч.